5, 8, 1, 4. Человек не меняется, типа, это бред. Человек способен измениться. Сейчас уже все это немножко поменялось. Сейчас женщины во многом рулят в этом мире. Вам нужно просто нормального мужика дать, и все будет у вас хорошо. Вопрос выбора и на что ты готов пойти ради своих принципов. Прям работали, отрабатывали, прям месили друг друга. А есть какая-то интересная история, есть какая-то своя у него жизнь. Если бы это была бы история про Павлова, там возрастной ценз надо было еще бы увеличивать. Это противостояние всех против всех. Когда мы... Ты готов к сегодняшнему видео? Тебе говорили, что ты? Что? Ничего не говорил. Что? Я готов. Сегодня приезжает просто старт. Опять? Да. Вот старт. Я буду тебе задавать вопрос. Термины. Началось все это с того, что я увидела Радика Рахимова на питчинге. Он представлял свой этот проект, который базировался на небольшой документалке. Там на питчинге показал вот тот самый эпичный монолог главного героя про борщ, про налить, значит, бахнуть и там все сделать, что нужно женщине сделать. Как у казаков, ты приходишь домой... Убрано, чистенько, борщец, короче, и рюмочка стоит. Радик, в общем, когда учился, он снял короткий метр «Альфа Ромео», который съездил на Горький фест в Нижний Новгород, взял гран-при фестиваля. И там он про мужчину Антона, который такой альфач. Там завязка построена на том, что у него есть женщина, в которую он все-таки влюблен. Но они не могут быть вместе по разным там, причинам. Это был высший пилотаж. Пикап в силе. Это было очень забавно, потому что это было актуальное. Это было про молодежь, про сегодняшний день, про столкновение столицы и провинции. На этом конфликте, на этом движке можно было построить очень много комедийного. Собственно, чем потом и все и занялись. Ну что, кто чемпион завтра будет готовить? Давай сегодня ты, завтра ты. А давай ты нахер пойдешь. Верю в этот проект, потому что такая типичная история, когда в незнакомую среду попадает вот какой-то посторонний. Вот этот Антон вот из провинции как будто попадает в это, она его водит по кругам феминистического ада. И он такой, вы че, да? Ребята, что происходит? Извините. Дарья, мы закончили. Девочки, ну и... Яйца, кадык, глаза. Антон. Это такая шутка. Стендап. Ну это всегда очень классно. И мне кажется, зритель себя будет отождествлять. Сколько таких ребят, как Антон? Тоже. Девчонок тоже таких, которые феминисты. Почему меня снимают, когда я матерюсь? Веду себя как хабалка. Я не такая. Ты что хочешь? Что-то мы плохо начали. Я Антон. Тебя как зовут? Кастинг мы делали и исходили от органики, в том числе актеров. Поэтому он сложился у нас довольно быстро. Конечно, основная задача была найти Антона, как ни странно. Мы искали вот это вот сочетание, с одной стороны, такой мужественности, агрессивности, альфа-самцовости, а с другой стороны, он должен был быть очень обаятельный и добрый. А белый лебедь на полу качает. Победительница шторм. Я посмотрел документалку «Альфа Ромео» раза три в день. Мне очень хотелось взять что-то от него. И поэтому я смотрел, что-то подмечал, пробовал. Я ставил на паузу реально. Я пытался что-то пробовать, как-то присвоить себе какие-то там движения, психофизику. Ты бежать, кстати, с этими накладками нормально можешь? Да вообще. Я сейчас через мусорку буду перепрыгивать. Мне кажется, прикольно. Парни, я хочу, чтобы бежали мы по-нормальному, не как вот это. Я прям бежим. Становлялся Томом Харди. А что от меня? Радик постоянно говорит, скулы. Скулы это, наверное, от меня. Хотя я не знаю, я просто так делаю в жизни. Идем подышим, альфач. Пойдем. Я пацан с района, как говорится, дворы, подъезды, моя школа. У меня есть друг, который своим языком говорит, он из Великих Луг.
И он там использует такие слова. Там он женщин называет матрехами, пацанов, друзей корнями. Когда он идет в туалет, он говорит, ну пойду в часовню схожу. Мне показалось, что это будет круто, что человек из Жуглевской вообще разговаривает на другом вообще языке. Все на него смотрят, что? Если с ним, то плюс 20 тысяч еще. Да я дороже стою, матушка. Вы хором сначала покажите. Посмотрим, что, как. Ну, пойдем, пойдем. Решим вопрос. Мы сейчас находимся в декорации. Самая главная локация — квартира героев. В целом, цвета комнат, они похожи как-то на наших персонажей. Они продерживаются и в линии, и в макияже, и в одежде. То есть это единый образ персонажа. И комната им как-то параллельно с ними, в общем, работает. Смотрится довольно органично каждый герой в своей комнате. Это тоже важная задача. Они как будто здесь случайно, но в кино все не совсем случайно. Как видите, это проходная комната нашего героя Антона. А он у нас такой парень, который бои, все по понятиям. И Антоха такой непривередлив. Спит в проходной комнате, практически не застилая, не расстилая кровать. А здесь, что интересно, это вот эта витражная стена. Когда яркое солнце, комната заливается радугой. И интерес в том, что здесь живет главный герой, и у него как бы нет никаких особо прикольных вещей, но озаряющий свет как бы немножко его присоединяет ко всей той группе толерантных людей. Вы что, мужики, я тоже мужик. В этом-то и проблема, мудак. Его внешность, его внутренний мир – это что-то абсолютно разное. Занимается йогой, он не пьет, он не курит. То, что вот он играет и такой, какой он есть в жизни – это два разных абсолютно личности, две разные. Антон очень классно физически подготовлен. Если я не ошибаюсь, то он на протяжении реально полугода занимался спортом, занимался боксом, он подготавливался к этой роли. Вот я выбрал клуб, там тренируются в основном бойцы, чемпионы мира, бойцы хардкор, топ-дог. И я ходил, наблюдал, нюхал пот. Хотелось уши сломать. Вот у бойца уже сломаны уши, вот такие пелемешки. Но сказали, будет слишком отталкивать. Когда ты пробил кулаком, скорее всего, появится щель. Mm-hmm. И в этот момент ты напрыгиваешь на него сзади. Тишина. Так. Смотри. И начали. Антон, ты хороший животное! Успокойся. Он раскачался, был больше, чем Джамал, который его основной антагонист, с которым он должен был биться, он был просто здоровенный. И пришлось его немножечко даже просить спутнуть. Нормально, красиво. Это будет блог о перевоспитании токсичного альфача. Ты, блин, что, офигел? Даша – это собирательный образ феминистки. У нас на площадке есть две прекрасные девушки-близняшки. Они являются феминистками. Они полное отражение моей Даши, как мне кажется. И в первую очередь, конечно же, я наблюдала за ними, общалась с ними, спрашивала у них какие-то, брала советы. Здесь у нас Лава Лампа. Пальчик, показывающий факт, потому что он иллюстрирует бунтарский дух нашей героини, которая феминистка. Приехала покорять Москву, и такая она с характером девчонка далеко пойдет. Колонка, которую в самой первой серии отыграла. То есть она, наверное, с этой колонки начинается как будто сериал в чем-то, потому что наша Кристина, она же Даша, в кино устраивает акцию. Вот. Женское тело не ваших рук дело! Мудила, включи что-нибудь! Женское тело! Ну. Женское тело не ваших рук дело! Женское тело не ваших рук дело! И тут мы говорим, что нашей Даше, которая ведет блог, помимо прочего, блогерский уголок, как будто она садится и записывает свои блоги на фоне этой прекрасной расписной стены. Оба-на. Это что, для меня, что ли? Я Катя. Мне кажется, да, Кристина похожа на свою героиню. Жарко. Я разделась, но я уже... Как мне кажется, я Дашу сделала немного вспыльчивее, чем есть я на самом деле. Она еще ребенок. Она ребенок. Я даже когда стала одевать одежду ее, в какой-то момент я поняла, что я поймала что-то такое тоже ребяческое. Было просто помолчать. Просто помолчать, потерпел бы все. Но это может быть не в характере Даши, потому что в данном контексте, ну, типа, что терпеть, реально? Как бы это было жестко. Марк, москвич, учусь на юридическом. Мне надоело жить в комфортном абьюзе, поэтому ищу приключений в хостелах. История Марка, собственно, в том, что вопрос такой, имеет ли право мужчина быть не
маскулинным, агрессивным и альфа-самцовым, а быть нежным, быть творческим, ранимым, потому что, с одной стороны, мы все говорим про феминизм, мы все говорим о том, как важно женщине быть независимой, оставить свои права. При этом как-то по инерции почему-то не позволяем мужчинам плакать. Ты реально никогда это не было? Да как так-то, братан? Не, стрелять, драться, кайф. Но мужика мужиком бабы делают. Марк — это тот самый герой, который олицетворяет какую-то новую мускулинность. Не ту мускулинность заштампированную, где, значит, выпить пиво — это по-мужски, а выпить вино — это вообще не по-мужски. Марк хочет тоже пойти за своей мечтой, он хочет рисовать и сталкивается со своим отцом, который ему говорит, нет, это не мужская профессия, ты должен пойти на юридический там. Ну, в общем, это противостояние всех против всех, как мне кажется. Да достал уже этот батя, у него крыша поехала. Слушай, так ему же вроде нравилось, что ты с девушкой. Он так сделал так, как он хочет. Комната художника Марка. По истории изначально мы делали, что здесь, как будто он заезжает, здесь просто пакеты с мусором, остатки обоев, остатки краски. Стоит лестница-стремянка, стоит какой-то старый комод. Марк сюда приезжает и думает, что ж, буду жить вот в таком обое. Не буду клеить стены, не буду красить. То есть тут можно заметить остатки газет на окне. Здесь атрибуты художника. И что здесь интересно? Здесь есть тайная комната. Как в хорошей декорации должна быть Нарния, здесь тоже присутствует Нарния. В общем, это шкаф героя. Мы просто сняли дверь с петель, поставили два шкафа спинкой друг к другу и прорубили дыру. В общем, я не думаю, что Марк, он обладатель какого-то сверхколичества комплексов. Мне, наоборот, кажется, что как раз-таки вот точное слово, что он такой тонкий, что он не черно-белый, он сложный, он сам пока не может разобраться, что он такое и кто он такой. И поэтому мне интересно. Всего хорошего. See you. Катя. Администратор ресторана. Красивая, но работаю будто некрасивая. Слишком доверчива к некоторым мужикам. И поэтому я здесь. Помимо альфача и феминистки, есть девчонка, как мы скажем, тёлка, которая ищет себе мужчину посолиднее, побогаче. И она ведь тоже сталкивается впоследствии вот со своей, грубо говоря, мечтой. Я отсюда никуда не уйду. Валер, понимаешь... Здесь комната Кати. Катя девушка, которая приехала из региона. И по нашей легенде она такая довольно рукастая. Вот, батя ее чему-то научил. При этом она хочет как бы вырваться в свет, следит за собой. Такая немножко фифа, вот, но знает себе цену и, в общем, сама не пропадет. Также интересный момент — это не банальное использование вещей, которое делает из нашей героини не только классную телочку, но и продуманскую женщину, которая реально всегда найдет себе дорогу. Опять вы, да господи, вы меня всегда снимаете, когда я какие-то пошлости, блин, говорю. Моя героиня Катя. Мне кажется, что мы с ней похожи всеми качествами, которые в ней есть. Найти богатого мужчину, как бы, мне кажется, это такая мысль, которая посещает очень много девочек. Мне говорили в детстве, Валь, готовить не умеешь, замуж не выйдешь. Надо это, будь красивой. И у тебя постоянно с детства идет момент на то, что главная твоя цель в жизни – найти мужчину, и все. Просто в какой-то момент я поняла, что мне это уже не близко, потому что хочется быть и самой зарабатывать, и быть независимой. А давай я куплю, без поста, порадуем твоего отца. Круто, конечно, давай, я обязательно все верну. Марк, не надо. Я же могу себе это позволить. У нас было 3 смены в центре Москвы, и я себя поймала на мысли, что раньше, когда я сюда приезжала в гости или просто только переехала в Москву, я видела вагончики и думала, о, это актеры, кино снимают. А сейчас ты на месте тех самых актеров, на которых ты смотрела. Почему в центре? Потому что ты выходишь из вагончика, у тебя Москва, река, машины, огонечки, это вся красивая жизнь, столица и прочее. И вот в тот момент я поняла, что круто, кайф. Мы тут встречаем Кристину, облетаем ее, и в этот момент, и в этот момент как раз хоп, ты поворачиваешься. А, все, окей, хорошо, я поняла. Готовы?
Самое главное – это идея. Если идея классная, то мне не важен ни пол, ни возраст, ни гендер. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Прекрасная речь. Профессий много, но прекрасней всех кино. Павлов – это представитель современного поколения 30-40 лет. Люди, которые выросли в 90-е, получили образование как раз в нулевые. Человек, который карьерист, который умеет выстраивать связи таким образом, чтобы достигать своих целей. Причем это тот герой, который может пойти по головам. Завтра жду тебя дома. Покажу тебе нечто особенное. Американский психопат – это как раз прототип героя, который для меня, как мне показалось, наиболее близок к Павлову. Это не серьезно. Тихо. Не спеши бросать сразу, когда хватаешь за голову, чтобы было понятно, что это глаза, Саш. Если включать метафоры, лев – это Москва, это город, который сначала дает надежды, потом по-своему обманывает, потом полностью использует и выжимает из человека все соки. И если ты сильный, ты остаешься, если нет, соответственно, все, ты вылетаешь из игры. Уговор – это тоже пацанское слово. Оно лучше наложит. Все, мой косяк. Анька, сядь, пожалуйста. Я играю персонажа по имени Джамал. Вот это такой король этой сцены, король этого ринга. Он уже достаточно давно находится там, уже давно пропитан всей этой атмосферой. И он это любит, он любит эти бои, любит эти драки. Но ему это надоело, что все там такое показное. Давайте все ему. А там что, на спай, что ли? Давай Бойко показывай. Не дай бог, чтобы мы туда вышли. Самое главное Бойко, да. Ветки свои. Очень хорошая фраза у моей героини Роксаны, с которой я тоже абсолютно согласна, что все мужчины, когда никто не видит, очень сильно стараются. Но другое дело, что они могут не знать каких-то секретиков, каких-то тайных уголков. Все мужчины делают это. Как будто как бы ему. Кстати, этот звук нужно оставить. Почему же вы не хотите девушкам приятно делать? А с чего вы взяли, что я приятно не делаю? Я много кому приятно делал. Просто как мне по кайфу. Но вы же боец, победитель. Победители не лижут. Ну, для мужчины их хозяйство – это вообще самое важное. И мне кажется, что как раз вот такими словами, которые наш герой услышал от своих бывших, можно вообще человека импотентом сделать. Дружок, не хочу тебя обидеть. Да я первый раз только с Лехой кончил, когда ты свалил. У нас группа вообще классная. Включая там свет, звук, оператора, режиссера. Все какие-то люди прикольные, простые, самое главное, все простые. То есть нет такого, что там кто-то обижается на что-то, на шутки, или там кто-то себя ведет там. И я здесь вообще-то артист. 5.25, 4.1. Ну, самая сложная технически сцена, да, это была сцена, конечно, боев. И, наверное, действительно, самая интересная сцена. Делать не знаю, ты понимаешь. Он меня бьет. Все, и все, здесь стоп. Я занимался, я был в Махачкале, и там у нас есть ребята, которые занимаются постановочными боями. Я вот с ними каждый день, мы что-то собирались, ставили, репетировали. Я спортом занимаюсь, и по привычке можно, когда съемки проводишь, ставишь сцену, можно по привычке ударить как, ну, как надо, по-профессиональному. А удары в кино, они немножко отличаются. На уровне глаз. Не надо. Вообще кино, оно про ожидания. Тяжело было для ребят вот это вот. То есть ты поборолся, показал и отсняли. Потом там полчаса, 40 минут, пока перестановка, ты ожидаешь. Потом снова борешься. И вот это достаточно большая нагрузка для организма. Давай, помоги! Спасибо, ребят, никогда снят, пока сидите на местах, представляете. Никуда не уходим. И по
корпусу прям работали, отрабатывали, прям месили друг друга. По плечам там, типа, Джалилу вот я бил по плечам, он даже, он говорит, блин, слушай, давай полегче, эй. Чуть-чуть пожертвовали с собой, но это мелочи, что там, ну, синячок ты получишь, зато будет, блин, прикольно. Начали. Бам-бам. Сразу отвечай, да? Сразу. Паузу не да, давай. Да, хорошо, вот так. Далее. Допустим, мы бьем от ноги, идем, допустим, от ноги, а тут я бил, но шагал назад, и это вообще нелепо как-то. Но для картинки так нужно было, чтобы там амплитуду потом добавить. И то есть делал нелепые движения, но для кадра они хорошие. Поэтому вот так вот я полностью доверился и просто делал то, что говорят. Прям получил, прям и просто ушел резко вниз. Не болтайся. Я просто видел, как ребята уже на последнем издыхании снимали кадры. И у нас получилось, наверное, в общей сложности, я не знаю, ну 12 часов в ринге они провели. Но считайте, что вы провели 12 часов в спортзале. Бой! Антон, давай как мужчина! Там была большая работа гримеров, потому что надо было тоже в разной стадии рисовать ему следы от ударов, брызги крови и так далее, и так далее, и так далее. И все это было действительно сложно технически сделать. Гримеры потрясающие. Вообще, Лана просто... Ну да, мне лепили такую плямбу сюда. Вот глаз не открывался, века заливался спирт, очень щипало. Но в целом было прикольно. Одной из сцен героиня Кристины, Даша, выливает гаспачо на меня. Естественно, всегда, когда читаешь такие сцены, ты прекрасно понимаешь, что это будет не один дубль. Тебя пойдут сушить, потом приводить опять в порядок и снова обливать гаспачо. 2-9, 4-2. Куда сейчас заведение? Лучшие маски для лица – это гаспачо. Их можно есть. Кстати, должен сказать, что в этом ресторане гаспачо довольно неплохо. Давайте я так посижу. Она может даже еще раз вылить на меня. Так. Ты что так долго, блин? Что мне больше всего запомнилось? Комната БДСМ. Я никогда не была в таких комнатах. Огромное количество разных игрушек и прочего. И это было очень красиво, потому что крест, он же горел. Ну тогда и надо отыграть полностью. Давай еще разок. Я плохой постановщик. БДСМ комната. Ох, вообще... Очень тяжелые смены были в те дни, потому что очень странный дом, он был весь черный, в нем было жарко. И когда мы зашли еще в эту БДСМ-комнату, которая вся кишила все этими всякими штучками. Крестите шпаги! У меня было оружие. Я ходила на протяжении всего дня с этой штукой, просто у нее присоска была везде, просто на стенку, на стекло, на телефон. Ну, к этому привыкаешь. Не знаю. Ну, прикольно было, весело. Можно запускать лимон. Мы снимали сцену, где бросались краской. Снимали долго. На меня краска, слава богу, не попала. На моих партнеров они были прям все в краске. И краску кидал сам режиссер. Он никому не доверил это. И раз! Мне очень понравилась и сцена танца Антона в клубе. Это было тоже сложно, потому что тоже было большое количество массовки. И как же он вложился в этот танец? Он придумал его полностью сам. И он был просто великолепен. Те кульбиты, которые он там вытворял, это, конечно, это было очень смешно. Скажи, красавица, чего не нравится? Очень все нравится. Ведь я всего лишь музыка навсего хорошая. Хочу тебе публика понравиться. Так, тебе стоп, понравится. Основная идея, конечно, про то, что мы все должны видеть за образом, который человек создает, за его идеями живого человека. Иногда, конечно, людям старого уклада, да, скажем так, очень сложно принять какие-то новые идеи. Это нормально. Человек с годами становится консерватором в основном.
и поменять что-то в своей башке довольно сложно, потому что, опять-таки, повторюсь, что выработались определенные стереотипы, паттерны и так далее. И нам не хочется покидать зону комфорта. Антон, как представитель токсичной маскулинности, меняется в этом сериале. И мы видим, как и насколько, и вообще он постепенно превращается в человека, с которым можно проводить какое-то время и налаживать какой-то контакт, что вообще было невозможно представить по Антону из первых серий. Мне кажется, что типа это все миф, когда человек меняет. Все зависит от обстоятельств. Люди меняются, это их эволюционное свойство. Если бы не менялись, все бы вымерли. Я стараюсь использовать феминитивы. Художнице. Еще раз, дважды извиняюсь. Художнице по гриму. Я стараюсь как-то, ну, обращать на такие внимания, вот действительно, на такие вещи, как там, ну, тот же мэнспрейдинг, так называемый. Чего? Я начал обращать внимание, что действительно ты автоматически просто садишься вот так. А кому-то это может быть, ну, неприятно, неловко. И, ну, зачем? Зачем доставлять людям дискомфорт? Сегодняшняя реальность полна случаями, что на руководящих постах женщины, в богатых слоях женщины. Но, конечно же, не везде. Я думаю, что после нашего фильма будет людям о чем задуматься. И, конечно бы, я желала всем девушкам обязательно привести своих парней, чтобы они посмотрели наше кино, прям вот привести их к экрану и так ненавязчиво им, собственно говоря, рассказать о чем-то, чего, может быть, они не знают. Сложная тема, вот сложная, но над ней надо размышлять, и вот мы попытались размышлять. Я думаю, что таких проектов должно быть больше. Если нас убивают ложь, я дам свой путь. Если похолодает.